Ранним утром в поселке Мартубе собрались более 250 любителей экологически чистого транспорта, велосипеда. Преподаватели физкультуры из 70 школ Сайрамского района борются за звание лучшего. Главный приз – почет и уважение учащихся. Педагог со стажем Тахиржат Курбаналиев работает в школе уже более 15 лет. Преподает физкультуру в старших классах. Тахиржан уверен, победа в веломарафоне только укрепит любовь школьников к спорту. И участие важно, и дух-то сейчас, дай бог, уже тут все уже собираются занять призовые места. Пропаганда здорового образа жизни, привитие детям спорта, это, как говорится, распространение спорта среди молодежи. Наездники на двухколесных конях стартовали на площади в Мартубе. Маршрут для велосипедистов был выбран непростой. Склоны, подъемы в горку, неровности асфальта. Пути велогонщиков-любителей сопровождали сотрудники дорожно-патрульной полиции. Подобные массовые заезды на велосипедах у нас проходят ежегодно. Мы хотим как можно больше людей приобщить к здоровому образу жизни. Дистанция в 20 километров покажет, насколько выносливы учителя, которые прививают детям любовь к спорту. Веломарафон мы приурочили ко дню города. Путь в 20 километров участники веломарафона преодолели меньше, чем за час. В числе лучших оказались сразу 4 школы Сайрамского района. Титова, имени Бабура, Букихана и Мырзакинды Махажанова.